Американский финансист Джордж Сорос предрек Евросоюзу судьбу СССР. Об этом он написал в статье «Европа, пожалуйста, проснись», которая была опубликована на сайте Project Syndicate. Автор заявил, что Европа движется к забвению, и народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдет по пути, по которому шел СССР в 1991 году. Переломным моментом станут выборы в Европарламент в этом году, когда упрочится положение антиевропейских сил, подчеркивает Сорос. Он отметил, что виной всему может быть устаревшая партийная система, поскольку она помогает заменить ценности, на которых основывался ЕС. Как считает миллиардер, самой серьезной угрозой существования ЕС является Европейская народная партия, в борьбе с которой проевропейским партиям нужно поставить интересы Европы выше собственных. Финансист отмечает, что нынешнее руководство ЕС напоминает Политбюро, когда СССР развалился, продолжает издавать указы, как будто они еще актуальны. Развал ЕС Сорос предсказывал еще в июле 2016 года. Тогда он назвал Украину самым большим активом Европы, предложил усилить защиту Евросоюза от внешних противников, а также увеличить финансирование программы по приему беженцев.